пришла большая посылка из Китая под наш новый проект. Давайте посмотрим вместе, что же нам пришло. Я ее уже открыл. А пришло нам наклеечка Land Rover. Странно заказывал Defender. Вот такая вот наклейка. Ну, с виду очень неплохого качества. Посмотрим. Пришел багажник на крышу. Пока отложим. Доберемся до самого главного. Пришла горловина бензобака на Land Rover D90, D110. Ну и стандартный набор. Посмотрим, что и как у нас. Очень интересно. Подножки. Все пластиковое. Руль. Так, это уже нестандартно, это шноркель. Сейчас будем все открывать, смотреть, как собирается. Антенна. Ну, качество ничего. Покраска хорошая, выглядит аккуратно. К нам на задний бампер. Наклеечки на торпеду. Решетка радиатора. Все, сейчас все откроем, посмотрим. Стекла. Самое главное. Кузов. Куча всего. Это нам не понадобится уже. Под мусор. Салон. Это новый проект, пока рано смотреть на него. Стекла, сиденья. Все, сейчас все откроем, будем смотреть с вами. Давайте открываем кузов. Красотища. По-моему, очень красиво. Будем собирать шаську, рама еще не пришла. Пока примерим на наш... Да, не бьется по колесам, но зато... Да, встает... Ну вот, вот как-то так. Понятно, что это очень высоко, нужно его... Слушайте, ну симпатично. Тянем чуть-чуть. Не натягивается. Ну, как-то так, да? По колесам совсем не бьется. Здесь у нас 275, по-моему, или 280. Что-то такое. Качество изготовления. Ну, все шкурить. Все шкурить. Качество. Ну, в принципе, что мы ждали, да? Клей немножко. Качество очень неплохое. Давайте дальше смотреть. Наши стекла. Что-то в процессе транспортировки уже само отвалилось. Это мусор. Наши стеклышки. Боковые. На, задние. Смотрим, как вставляется. Наверное, не той стороной. Ну, все клеить надо, да, после покраски. Все будем приклеивать. Потому что, я думаю, все отвалится, если не клеить. Ну, что-то... Подходит. Сейчас примерно накидаем внешний вид, посмотреть, да? У
нас что? У нас, ну, подготовка будет под освещение. То есть сейчас ее почти нету. Все надо будет шкурить. Все надо будет смотреть, приводить в какой-то божеский вид. Интересно, та сторона не та? Не знаю. Возможно, та. Может и нет. Сюда. Тоже нет. Надо разбираться. О, сюда. Ну, мы с вами знаем, что китайцы не отличаются аккуратностью. Если это, конечно, не очень дорогие китайские товары, которые присутствуют на рынке, которые стоят баснословные деньги. Ну, вот так вот, наверное. Не угадал, да? Видимо, не угадал. Когда китайцам надо, ну, тоже, наверное, не угадал. Будем потом. Потом все выпадает. Деталей очень много, очень большое количество. Напоминаю, да, это полный копийный Defender D90. Пластиковые бампера, нет? Ну, что-то пластиковое. D90 для RC4 VD под раму. О, смотрите, какая красота. Пластиковые брызговики. Как-то вот так, наверное, да, крепится? Непонятно. Изнутри, наверное, все-таки, нет? Или снаружи? Ну, вот непонятно. Будем разбираться в процессе сборки, скорее всего. Пластиковые ставить не будем. Мне визуально они не нравятся. Вот такая вот салон у нас. Не хочет жить, не будем портить, лишние царапинки ставить. Потом с вами пособираем все это вместе, посмотрим, как все это собирается. Сейчас так, комплектность проверим. Ну, сиденья все с виду. Сиденья все. Пока не знаю, будут ли они ставиться. Но будет ли здесь сидеть пассажир. Давайте вот одно поставим, посмотрим, как это выглядит. Потом все равно разбирать, дошкурить. Выглядит это как-то вот так вот. Собирается все вот это. Ну, не будем себя обманывать, да, он стоил 2400, вот этот кузов. Торпеду получаем. Получаем внутренние карты дверей, да, то есть они снутри будут. Вот, решетка радиатора. Давайте решеточку посмотрим. Все хромированное. Честно, мне не нравится. Будет все в черный цвет краситься. Сама модель будет тоже перекрашена. Ну, не белый, так ясно. Будет все перекрашено. Так, что-то не выпало сразу ничего. Будет она перекрашена, скорее всего, в какой-нибудь металлик. Либо наоборот. Как странно. А, вообще вот так вот. То есть, ну, внешний вид примерно такой вот. Ладно, это все красиво, хорошо. Давайте посмотрим следующие сборки на это. Уже более
Вот, у нас куча еще деталюшек вот таких вот приходит. С ним. О, все, свет, подготовка есть под диоды, соответственно. Есть вот такие вот блоки фар. Вот они, смотрите. Вот такие вот блоки. Сюда диоды поставим. Будут светить красиво. Ручки тоже в черный цвет. Решеточки. Посмотрим, как их выкрашивать будет красивее. Но, скорее всего, частично в черный будет краситься. Также есть вся подготовка. Отверстий нету. Отверстия очень маленькие. Не знаю, есть ли такие диоды. Я 3,5 мм видел. Вот. Скорее всего, рассверлим под 3 мм. Еще стекла, еще наклейки. Давайте посмотрим шноркель. Шноркель сделан как копия оригинального. На данную модель. Он резиновый. Товарищ, он резиновый. О, интересно как. Как же он ставится? Получается, ставится он вот так вот. Давайте посмотрим дальше. Очень интересно. Чтобы резиновые детали. Это плюс большой. Он точно не сломается у нас. Значит, собирается. Здесь есть сеточка. Сейчас соберу, покажу вам. Интересно. Опять же, непонятно, какой стороной. Так, не соберу. Требует подготовки. Ну, то, что вот это одевается, и в комплекте есть маленькое такое колечко металлическое. Ну, должно быть красиво. Стекла. Больше ничего не выпадает. Давайте посмотрим поближе. Значит, вот кузов у нас. Вот так вот будет ставиться шноркель. Соответственно, он везде прикручивается. Мы его оставим черного цвета. Сеточка встанет туда. Ну, очень копийно должно прибыть. Дыр, конечно, много. Не ясно, что с этим делать. Возможно, придется как-то подзаклеивать это все. Но тут не сильно копийно. Шовчик тоже присутствует. Даже не знаю, что вам сказать. На досуге пособираю. Очень много маленьких деталек. Крылья. Это крылья. Винтики в комплекте. Все в комплекте. Мерим. Посмотрим, сколько с арками, сколько без. Значит, без арок ширина кузова у нас получается ровно 200. С арочками. О, основательно, я вам скажу. 235. То есть арки прибавляют нам почти. Почему почти? 4 сантиметра. Там 238, вот так. Почти 240 получается ширина кузова. Это отлично, потому что хотим ставить. Я хочу ставить сюда широкие колеса. Чтобы поставить широкие колеса, нам нужна ширина кузова. Ну, вот это все, скорее всего, ставиться не будет, потому что сломается сразу же. Это очень красиво, очень копийно. Но это все сломается. Можно обрезать и резину просто поставить. Но все равно вот это сломается.
Не знаю. На что рассчитывали наши китайские друзья, когда делали это? Багажник. Давайте же скорее откроем багажник. Долго выбирал его. Тяжелый. Вся посылка весила 1,7 килограмма. То есть у нас кузовок наш получится где-то, наверное, под... Ну, 2 точно. С багажниками совсем. Возможно, и потяжелее даже. Очень много креплений. Сейчас мы его собирать не будем. У него долгая сборка. Вот так вот он ставится на крышу. Вот так вот. Ну, там, через проставочки, да. Люк закроет. Ну, ничего страшного. Вид сразу становится агрессивнее. Еще и с нашим шноркелем. И в цвете, в котором, я надеюсь, он будет, крыша будет черная. Будет зло смотреться. Вот такая посылочка. А, что еще? К багажнику идет интересная конструкция. Здесь диоды вставляются не в каждую фару отдельно. Собирается блок фар. Вот с такой вот люстрой. Все фары имеют стекла. То есть закрывашка в виде решеточки. И под ней стекло. Ну, смотреться должно очень неплохо. Соберем, посмотрим. Много разного крепления. Этот же багажник подходит на... Качественно изготовлен. Очень качественно. Этот багажник подходит на D90, D110 и на Rubicon. Jeep Wrangler Rubicon. Он крепится у него просто на крышу вот так вот. Там крыша плоская. Очень красиво ставится. Такая вот прекрасная посылка. Все, скоро приедет рама. Мосты. Но надо уменьшать расстояние. Здесь 313, надо делать, соответственно, 275. Спасибо, что смотрели. Больше китайских товаров в нашу жизнь. Будем смотреть. Спасибо, пока.